Флаги Народной Республики Болгарии и Советского Союза украсили парк Сокольники. Прибывший в Москву Тодор Живков, первый секретарь ЦК Болгарской компартии, председатель Совета Министров Республики, открыл выставку «Болгария строит социализм». На открытии выставки присутствовали товарищи Брежнев, Кириленко, Подгорный, Полянский и другие советские руководящие деятели. Эта выставка – наглядный итог героического труда братского болгарского народа за 19 лет свободной жизни. Социалистическая Болгария превратилась в передовую индустриально-аграрную страну. Тысяча 200 экспонатов свидетельствуют о том, что общий объем промышленности Болгарии возрос по сравнению с довоенным уровнем в 15 раз. Бурно развивается сельское хозяйство страны. В братском единении народов социалистических стран расцветает экономика Болгарии. К выставке достижений социалистической Болгарии советские люди проявляют живой интерес.